Щелковская команда по футболу в минувшую субботу одержала уверенную победу над соперниками из спортшколы Старого городка городского округа Одинцово. В минувшую субботу в Щелково на стадион «Спартак» приехала команда, которая называется «Витязь». Соперники наших ребят в бело-синей форме, щелковцы в красных футболках. Игра с первой минуты практически сосредоточилась на половине поля «Витязя». Уже на 9-й минуте наш Павел Плетюхин закатил мяч в ворота противника. До конца первого тайма гости отбивали атаки, но во втором целая череда удачных наступательных действий завершилась взятием ворот одинцовцев. Голы забили Родион Мутин и Александр Мухин. Причем тренер щелковцев специально выпускал на поле этих запасных игроков, чтобы они привыкали к игре в новой для команды Лиги Б. Напомним, в нее вошли наши ребята после триумфальной победы в прошлом сезоне. Итог игры 4-0 в пользу хозяев поля. 12 июня, в День России, на стадионе имени Николая Озерова щелковцы одержали очередную победу в чемпионате Московской области. В эту субботу, кстати, наши земляки с удовольствием поздравляют с днем рождения ветерана щелковского футбола, а для многих из них любимого тренера. Виктору Демину исполняется 82. Его, как и многих других своих болельщиков, футбольный клуб «Щелково» намерен радовать победами. Во всех следующих играх этого сезона в новой для команды Лиги Б ни в коем случае не терять очки. Это для нас новый уровень. Мы пока осваиваемся, мы здесь новички. Даже вот эта команда, она уже несколько лет выступает вот на этом, в группе «Б», на этом уровне. Но я надеюсь, что уже в этом сезоне у нас получится подобраться к лидерам, и ничего невозможного нет. Может быть, чем черт не шутит, уже в этом сезоне призеры, по крайней мере, мы перед собой не отказываемся от таких задач. Андрей Цеханович, Сергей Василевский, Щелковское телевидение.